Вот эта газета «Студгородок», 4 глянцевые полосы. На нее у меня ушли новогодние каникулы. И не зря. Первый номер года на высокой ноте. Кубанский социально-экономический институт – лауреат конкурса на соискание премии в области качества. А студентка вуза – лауреат специальной молодежной стипендии администрации Краснодарского края. Анна Володина, в девичестве Варава, не однофамилица, внучка легендарного поэта и драматурга, уверенно продолжает династию. Анна, да без тебя здесь завал. Аня не только пишущий журналист, но и отличный верстальщик. Второй диплом подтверждает квалификацию специалиста издательского дела. Я могу создавать контент газеты, журнала, заниматься предпечатной подготовкой и полностью то, что идет после нее, постпродакшн. Такой универсализм – закономерность КСЭИ, как один из элементов концепции. Четко для себя различаем пиар и журналистику. Стремимся и нацеливаем студентов на то, чтобы занять очень серьезную нишу нового журналистики, аналитической, на Кубани. Мыслить учат не только аналитически, но и технически. Вузовская типография «Матрица» – особое состояние. Тут работает сборная команда – журналисты и издатели. Здесь и познакомились Анна и Александр. Их творческий союз – гармония формы и содержания. На самом деле мы не единственные такие счастливые на журфаке. Уже есть несколько случаев, когда люди находили не только себя в профессии, но и свою вторую половинку. Студенты и супруги Володины уже не учатся, работают вместе. Сейчас этот тандем рождает прессу нового поколения.